Ну надо же, и здесь вы меня застали. Давайте поговорим о гороскопах. В первую очередь хочу посоветовать весам никогда не расстраиваться, улыбаться, кушать все, что хотите, флиртовать, заигрывать. И вообще, отправляйтесь-ка вы в магазин, шопиться, скупайте все, что хотите, это вам ничем абсолютно не грозит. Сколько потратите, столько же и заработаете. Про тельцов я все знаю, вы любите покушать, причем немало и очень-очень вкусно. Поэтому поедайте все, что хотите, в любых количествах, когда хотите. В 6 утра, в 6 вечера, после 6 вечера. При этом можете абсолютно не заниматься спортом, вам это ничем не грозит. Кстати, у нас же остался еще один гороскопчик. Козероги, ну хватит уже работать. Идите отдыхайте, потусуйтесь, сходите в клуб с друзьями, я там не знаю. В общем, надо расслабляться и напрягаться тоже не надо. Кстати, мне уже пора бежать на съемочку. Это был фреш-гороскопчик от Discreet. Давайте, пока.